Всех приветствую, с вами SpaceBee. Сегодня мы полетим на Плутон. Вот где находится Плутон. Землю на этом скрине даже не видно. Причина в том, что Земля настолько далеко от Плутона, что просто не помещается на данный скрин. Теперь давайте объясню суть миссии. Сегодня мы полетим на Плутон, без любых дозаправок, на одноступенчатой ракете. То есть ракета не сбросит ни одной ступени за свой полет. Это может показаться невозможным. Но ионные двигатели творят настоящие чудеса, давая огромную тягу и съедая очень мало топлива. Теперь давайте я ускорю время до того момента, как мы вылетим за пределы сферы тяготения Земли, иначе видео выйдет очень-очень длинным. Вот мы и вылетели за пределы сферы тяготения Земли. Теперь нам нужно выделить Плутон как цель, что я и делаю. И теперь нам нужно ускориться на 2500 метров в секунду. Для нашей ракеты это почти ничего. Вот мы и прилетели к Плутону. Теперь нам нужно замедлиться и упасть на его поверхность под прямым углом. Это очень важно, ведь наша ракета узкая и не очень устойчивая. А теперь посмотрите красивый таймлапс. Ну что же, друзья, я вас поздравляю, вот мы сели на Плутон. Теперь предлагаю раскрыть наши солнечные панели. Благодаря особенной конструкции, наши солнечные панели очень большие. И благодаря этому они вырабатывают очень много электроэнергии, что нам очень нужно. Ну что же, друзья, на Плутоне, конечно, очень красиво, но наша миссия еще не завершена, ведь мы еще должны вернуться на Землю. Быстренько сворачиваем наши солнечные панели и стартуем уже с Плутона на родную Землю. Как говорится, поехали! Взлетать с Плутона намного проще, чем с Земли, а причиной тому то, что на Плутоне гравитация довольно низкая и атмосферы на нем совершенно нету. По пути на Землю я нашел довольно красивый бах. Земля, Юпитер и, судя по всему, Венера оказались в одном месте. Странно, но очень красиво. Ну вот, мы и вернулись к Земле, и теперь находимся всего в 30 километрах от нее. Теперь делаем то же самое, что и на Плутоне. Тормозим и падаем на Землю под прямым углом. Причина в том, что на ракете нету ни одного теплового щита, и нам придется тормозить двигателями, дабы не сгореть в атмосфере. В целом, посадка шла нормально, но возникла одна проблема, я не смог открыть посадочные опоры. Причина в том, что я не добавил такую ступень, а если я пробую их сейчас открыть, то скорее всего я открою просто нижние обтекатели ракеты. Поэтому мы немножко прилегли на Землю. Но это не страшно, в будущем добавлю ступень. Главное, что наша миссия выполнена, ведь мы слетали на Плутон, без дозаправок вернулись на Землю и приземлились. А знаете, почему ракета упала? Просто сейчас на Земле ночь, и ракета просто прилегла поспать. Потом поднимется и пойдет домой пешочком. Всем огромное спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и стримы, которые тут выходят каждый день. Также заходите в мой телеграм-канал, ссылка на него есть в описании и в комментариях под видео. Там мы общаемся 24/7, и туда я выложу данную ракету.